Он предал свою родину. Часть тела, найденная в центре города. Слухи об исчезновении людей разлетались со скоростью звука. В разговорах о летающих тарелках, разбойниках и даже людоедах... Сыщики даже не подозревали, кто преступник. Было решено и выкинуть черного. Sin tus caderas no puedo cantar. Sin tus caderas. Как же так? Он не был и предатель. Все находились под страхом. Если за черного не был и предатель, то Андрей мышка ли побрина. Ну что, предатель, конец тебе. Sin tus caderas no puedo gozar. А почему? Все задавали себе один и тот же вопрос. Кто? Вот это поворот!